в сегодняшнем выпуске. Где? Эй, чувак, ну-ка, кыш, ты чё на мою точку пришел, а? Йоу, дед, ребята, я умер. Как, почему, что пошло не так? Ну-ка, пока никого нет, выходим быстро, фастом. Где эта точка, где? Черт возьми, вот она. Йоу, дед, сейчас опять будет, наверное. Ноте, прям в харю тебе просто прилетела моя нога. Давай, ноте, кидай по башке. Не подходите, у меня тут активация. Ребят, смотрите, хпшка не уменьшается. А кто меня колбасит? Кто меня там... Ай-яй-яй-яй, залазим обратно в тачку. Ну, у вас в топку. Всем привет, вы на канале Папа Фан 2 Машинки. И сейчас будем играть в зомби сафари. Да, будем искать на локации сундуки. Так, давайте освободим место, откроем вот этот сундук, посмотрим, что там внутри. Так, ну как обычно, ерунда всякая. И поставим вот этот 5-часовой, либо можно его быстро открыть немедленно за 34 кристаллика. Так, ну что, ребята, оставляем нашу самую чумовую бомбическую тачку, да, которая не кончается хп, плюс у нее нитро тоже бесконечная. Так, ее мы оставляем. И переходим к поиску этих самых сундуков. Так, на этой локации у нас пока что прогресс 85%. Ребята, нам нужно... подождите, три сундука. Подождите, на карте написано, кстати, смотрите. Получается, осталось на этой локации найти три сундука, да, чтобы вообще на 100% пройти, я так понимаю. Ну что, давайте прошвырнемся. Будем параллельно давить зомбяшек. Вот здесь наверху, возможно, что-то есть. Так. На этой тачке можно выполнять любые задания, ребят. Просто любые. Любые, которые захотите. Так. Я там вижу нитро. Нет, не буду я туда соваться. Так, спустимся-ка мы вниз. Ребята, вот здесь можно что-нибудь да найти. Так, сначала вот этих задавим, а то что-то они подозрительно себя ведут. Так, нам нужен пулемет. Где его взять? Так, где пулеметик? Дайте мне пулеметик, либо что-нибудь посерьезнее. Ох ты ж, господи-то! Ёшкин ты макарёшкин! Ребят, кажется, я застрял. Давай, назад! Ну, чувачки, отходите! Так, вроде потихонечку, ну, вылазим. Так, ракетницу берем тогда. Сейчас всех ушатам сделаем. Так. Ну-ка, кыш, мне нужно выйти, юзануть вот эту штуку. Ребята, мне нужно юзануть вот эту штуку. Где она есть-то? Блин, где она есть? Где? Эй, чувак, ну-ка, кыш, ты чё на мою точку пришел, а? Йоу, дед, ребята, я умер. Как, почему, что пошло не так? Я же только вышел из машинки, а кто меня убил? Либо нельзя наступать на лед. Что за ерунда? Так, вот здесь тоже можно что-то активировать. Ну-ка, пока никого нет, выходим быстро, фастом. Где эта точка? Где? Черт возьми, вот она. Йоу, дед, сейчас опять будет, наверное. Ноте, прям в харю тебе просто прилетела моя нога. Давай, ноте, кидай по башке. Не подходите, у меня тут активация. Ребят, смотрите, хпшка не уменьшается. А кто меня колбасит? Кто меня там... Ай-яй-яй-яй, залазим обратно в тачку. Ну, у вас в топку. Так, ребят, оказывается, они сзади тоже нападают. Вон в чем дело, думаешь, что меня в тот раз уничтожило, непонятно. Оказывается, кто-то просто тупо сзади подошел и тюкнул. Так, хорошо. Так, еще бы знать, где эти сундуки находятся, было вообще замечательно. А так, я даже понятия не имею, где их можно найти-то, а? Давайте наверх тогда залетим. Именно залетим, ребята, других вариантов нет. Здесь нужно именно залетать. Так, что-то у нас не получается. Не получается ничего найти. Вот здесь что-то можно выйти юзануть, похоже, да? Ну, давай, выйдем. Прошвырнемся тоже. Да господи ж ты ж, бож ты мой-то, сколько можно... Уже чудить-то крутиться, а? Так, все, вышли. Но никого нет. Так, никого нет, отлично. Так.
Есть. Так, ребята, один сундук засек. Ну как его взять? Как? Как его взять? Как до него? Эй! Ну-ка назад. Давай, 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 на нитро залетаем обратно. Ребята, один сундук есть. Я знаю, как его взять. Вон наверху есть трамплинчик. Мы должны туда наверх просто попасть как-то. Так, есть, есть, ребята. Так, 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 так. Здесь когда-то я уже был. Флажок, так как юзанул уже. Ой-ой-ой, я не вижу, я не вижу. Мне нужно сменить карту. Срочно сменить карту. Ай! Так, тоже не особо видно-то уже. Да? Так, 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 нет! А! Нет! Господи! Криво, криво у нас все получилось. Так, ладно, залетаем обратно. Вид камеры не будут пока менять. Ой-ой-ой-ой, что-то я не там залетаю. Не там залетаю, совсем не там. Да ё-моё. Ага, так, сюда заехал. Так, едем дальше, ребята. Заезжаем, заезжаем. Блин, ну что ты будешь делать-то? Кошмар какой-то. Ну, хотя бы этот сундучок бы нам юзануть. А-а-а. Да ёшкин, да мадрёшкин. Ну и чё, всю дорогу теперь будешь летать по всей карте? Это тоже не дело. Давай. Давай. Давай, в космос практически улетели. Так, ребят, отлично. Все, мы на месте. Ну. Так, деревья, вы мне мешаете. Давай, давай, давай. Ёх ты! Отлично, ребята. Но у нас, в принципе, свободное место еще для одного сундука есть. Ребят, 90%. Да, 5% у нас работало. Так, чувачок, огромное тебе спасибо, что посоветовал. Искать сундуки на локациях, чтобы пройти на 100%. Спасибо, спасибо, да. Кстати, я заметил, что он на карте. В принципе, я уже говорил, на карте у нас, в принципе, указано, что два сундука осталось где-то на карте, чтобы пройти на 100% эту локацию. Так, меняем обратно карту. Ой, вид. И пытаемся найти последние два сундучка. Ну, давайте сюда сейчас наверх заедем, посмотрим, может там честь. Так, подожди-ка. Эй, дерево, дерево, дерево. Ну что ты, какой вредный, ребята. Дерево мне нагадило, я вот свалился обратно. Так, подожди-ка. Да ёшкин-то макарёшкин. Тут какой-то босс, что ли? Чё ты такой жирный? Эй, ты кто такой? Эй, чувачок, ну все, вы меня разозлили. Я все не трую, я все не трую. Я тебя сейчас просто разбомлю. Чё-то, по-моему, не проходит по нему урончик, ребята. Я не понял, а чё они такие жирные-то? Так, ребят, что за жирный босс, я не пойму. Так, а как его убить? В принципе, наверное, можно попробовать взять пушку, пулеметик. Что у нас тут есть вообще? Ничего нету рядом. Так, жаль, конечно, если ничего нету. Так, придется его таранить в итоге, да? А, не, вот, смотрите, пулеметик все-таки есть у нас. Отлично, сейчас мы его... Сейчас мы его уложим. Сейчас мы его уложим. Сначала с белками разберемся. Так, и что такое? Так, ребят, нам нужно попробовать выйти и активировать. В принципе, здесь много чего можно найти. Так, 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 так. Я надеюсь, никого нет больше. Давайте развернем тачку. Вот так поставим пока. Пусть стоит. Так, погнали, погнали. Где, 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 где? Вот, 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 вот. Активируем, юзаем, ребята, самолетик. Я тебе не подходи, на тебе просто вот улетел, все. Так, отлично. Все, ребята, залазим обратно в нашу самую крутую машинку и едем, наверное, на поиски очередного сундука, которого
Здесь нет. Здесь, к сожалению, не... А, вон, вон, наверху вижу, вижу, вижу. Ой, тут еще фиолетовый. Ребята, может, эти оставшиеся два сундука есть? Давайте попробуем их все-таки взять. Сейчас мы это попробуем сделать. Давай, 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 давай. Чух ты, залетел отлично. Здесь у нас фиолетовый. Эй! Ну что такое-то, а? Так, ребята, фиолетовый сундук, где он есть там? Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Есть! Активировал. Ребят, нам нужно срочно освободить место. Так, у нас все переполнено. Так, придется тратить кристаллы, чтобы взять последний сундук. Так, поставим на эпический 8-часовой, да? Так, окей, окей, прогресс 95%. Ребята, вон там наверху было, наверху где-то было. Где? Где-то наверху, наверху, наверху. Здесь? Не здесь? Тихо, 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 нам бы развернуться. Эй! Я не хотел тебя брать. Да господи, я вон вижу, 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 ребята, последний сундук, оказывается, вот он где. Угу. Так, ну там появляется постоянно нитро. Оно нам совсем мешает. Мешает, ладно, заезжаем спокойненько сейчас. Смотрите, глаза светятся. Такие призраки, да? И появляются потом. Очуметь, вот это да. Зомби, да, какие-то кладбищенские зомби. Ай, не-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 не. Господи, ж ты ж, боже ты мой. Не хочу я брать нитро, нет, только не цепляйте, ей только не цепляйте. Так, 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 ребята, нужно как-то умудриться. Ах, ты ж промазал. Промазал, капулечку промазал. Так, блин, ну придется опять повозиться еще с этой ерундой. Придется повозиться, но это хорошо. Последний сундук, ребята, это последний, последний сундук, который нужен, чтобы пройти эту локацию на 100%. Все, здесь больше их нет. Это радует, это радует. Так, и, наверное, в следующем выпуске перейдем. Я не знаю, куда можно перейти. Перейти, перейти, перейти. Так, 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 так. Ну-ну-ну-ну, есть! Прямо по центру. Отлично, ребят. Ну что, прогресс 100%. Все, и что, бонусные плюшки есть у нас здесь? Нет. Давайте вот сюда сейчас заглянем. Тут у нас, в принципе... Ух ты, это что, мой сундук? Эй, вы чё? За сундуком моим пришли? Нет, не-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 не, я вам не дам. Так, ребята, берем, короче, берем пулеметик и разгребаем всю эту нечисть. Бам-бам-бам, давим, давим, кого не получается снести с пулеметика, тех мы просто давим. Так, ну-ка. Так, где? Вот, есть. Ждем, 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 ждем. Смотрим, чтобы никто не шел, не приближал. Ага, пулеметик наш сам по себе работает. Отлично. Эй, кристаллик, куда ты укатил-то? Это мой кристалл, это мой. Не трогайте. Ох, ты ж на мой кристаллик смотришь. Ах, ты ж кокошонок, а. Пулеметик издалека все-таки расстреливает. Так, ребят, что-то я забыл, кажется. Так, 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 так. Вот тут кристаллики просто куча валяется подряд. Не попал. Ну-ка, задним ходом давай. Взял. Отлично. А ты куда идешь? Я ж тебя сейчас просто с ноги. Вот он. Та-та-та-та, я каратист, ребята, я всех ушатываю, просто смотрите. Толпа, толпа, толпа гопников на меня лезет. Ох, вы ж поросята. Я ж вас всех сейчас с ноги просто. На, понял? На тебя, у тебя кривая морда, я тебя сейчас просто. Ох, ты же бородатый тоже лезет. Смотрите, бородатый тоже лезет. Ох, на тебе, понял, у меня хпшка даже не заканчивается. Кстати, нет, я все-таки погибнуть могу. Не-н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 е, бонус с этой машинкой у нас к бессмертию нашего чувачка не идет. Хоть машинка и бессмертна, у нас хпшка не заканчивается, но чувачок наш может пострадать. Я та-та-та-та через толпу нежити просто прошел. На тебе, часики мои. Я застрял. Нет, все нормально, пошли дальше. Ты чё, вы, по-моему, все на одно лицо. Ребят, вы, чё-то вы все на одно лицо, по-моему. Ну, давайте. Кто-нибудь новенький, новенький кто-нибудь есть? Я хочу, хочу жирного кого-нибудь завалить. Иди сюда, на тебя, бородатый, еще очередной левел ап, ребят. У нас, в принципе, переполнено уже. О, я сейчас гранатомет возьму в руки, и будет вам плохо. Эй, а почему не берешь? Только на машинку ставится. Ох ты ж, брось, брось, я тебя. Ребята, валим, 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 пока живой. На-н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 а. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты.
На-на-на-на-на, просто толпа нечисти. Ребята, смотрите, я все-таки этого жирненького ушатал. Ух ты, опасно. Так, кристаллик мой. На-на-на-на-на-на. Кристаллик мой. А ты куда идешь? На! На, тебя получил. Так, ребята, активируем. Стоять, бояться. Ну куда ты идешь? Ну-ка. Я все, пошел в битву. Давай. Ушатам бы просто всех. Так, ну что, ребят, на этом тогда все. Завершаем пока сегодняшний выпуск. Так, заходим в гаражик. Все, ребята, локация, снежная локация у нас полностью пройдена на 100%. Вот такой сегодня был выпуск. Да, спасибо чувачку еще раз за подсказку. Да, подсказал, что нужно добрать все сундуки. В принципе, да, он был прав, ребята. Вы все это прекрасно видели. Ладно, завтра у нас выйдет выпуск в 9. В 9 утра выйдет выпуск по игре Drive Ahead, что-нибудь там будем делать. Ну, заходите обязательно, посмотрим. На этом все, подписывайтесь, жмите на колокольчик, ставьте лайки и комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.